Всем большой привет! Сегодня делюсь своими покупками из гипермаркета «Глобус». Немного этот гипермаркет для меня дороговат, но бывает, там очень хорошие скидки и можно что-то купить. За 61 рубль я взяла вот такие просто огромные бумажные полотенца, 35 метров, 150 листов. Один такой рулон занимает, ну, три маленьких рулона заменяет. Поэтому буду пробовать. Такой еще ни разу не брала, но думаю, хороший. В фикс-прайсе чуть подешевле стоит. Туалетную бумагу за 140 рублей. Здесь 12 рулонов. Взяла вот такую, тоже ромашкин лук. За 40 рублей взяла себе вот такую морскую капусту. Я чипсы стараюсь не кушать, и вместо чипсов хочется иногда какой-то радости. Стала брать себе такую морскую капусту. Очень вкусненько. Взяла такую с зеленым чаем. Для меня это новинка. Первый раз такую вижу. И взяла вот такую, свою любимую, тоже в кунжутном масле. Есть еще в оливковом масле, очень вкусная. И есть для таких, кто любит поострее, есть с кимчи и с васаби. Очень вкусная. За 46 рублей хлеб тостовый, вот такой, это на завтрак для бутербродов. За 19 рублей взяла круглый лаваш, вот такой, недорого. Тут 180 грамм, 25 сантиметров он в диаметре. Хочется 6, получается, таких кругляшочков. Хочется приготовить для вас что-нибудь вкусненькое. Увидите на основном канале все. Огурчики в «Глобусе» дорогие, по 119 рублей. Взяла 1,5 килограмма на 160 рублей. Ну, это не на консервацию, это просто так кушать на салатике. Огурчики луховицкие, ну, вкусные. Взяла вот такие огурчики закарпатские. 118 рублей они стоили по акции. Вкусные, буду делать салатики, либо кушать так с картошкой. Дома закончилось кофе. За 156 рублей взяла пятерочку «Жардин». За 39 рублей взяла вот такой горошек, баночка маленькая, как раз, чтобы использовать в салатик, и все. Здесь 200 грамм. Попробую, ни разу «Глобус» горошек не брала. Попробую, интересно, хороший, нет. По 44 рубля взяла вот такие сухари, обожаю просто с чаем. Это какие-то посольские сухари с изюмом в сахаре. Вот так они выглядят, хорошие сухарики и стоят недорого, в других магазинах дороже. К чаю взяла себе вот такой один круассан с карамельной начинкой. Очень свежая у них хлебная продукция. И две своих любимых такие слоечки с вишней. Очень вкусные. Кстати, самые дешевые 27 рублей стоили. За 34 рубля взяла освежитель воздуха. Свежий бриз попробовать. Тоже ни разу не брала. Но, надеюсь, будет хороший. Очень много там разных вкусов и ароматов. Взяла грудку вот такую. 116 рублей. Получается, килограмм у нас такой грудки стоит. Сейчас я точно даже скажу. 216 рублей килограмм. На 244 рубля тут больше килограмма. Но не могу я без куриных котлет. У меня в доме курица должна быть постоянно. Так что взяла. И на 24 рубля взяла чеснок молодой. Чеснок по 239 рублей. Вот чеснок стоит дорого. Но одну штучку взяла на 24 рубля. Взяла вот такие помидоры черри на 16 рублей, 79 рублей килограмм. Тоже буду готовить что-нибудь. Два хлеба еще взяла вот таких бездрожжевых. Очень большой выбор в «Глобусе» бездрожжевого хлеба. Один стоит 33 рубля, другой на 47 рублей. Не знаю, какой из них сколько стоит, но хочу вот на этом вот, этот взяла просто поесть, а на этом хочу сделать очень вкусные бутерброды, тоже которые будут на основном канале. Взяла фермерские баклажаны, вот такие буду готовить. Хочется покушать баклажанчиков. 119 рублей килограмм стоят фермерские баклажаны, здесь на 85 рублей. И обычные баклажаны по 129 рублей, тоже две штуки взяла, но они уже такие хорошие, отборные, на 100 рублей что-нибудь замучу в виде лодочек. Очень хочется. Взяла лук, 29 рублей килограмм, это самый дешевый лук, который я только видела, хороший такой, аккуратненький. Также взяла морковку, морковка не дешевая, сразу скажу, она мытая, 59 рублей, тоже одна к одной, красивая, морковку вообще очень-очень люблю. Батончик колбаски на 166 рублей, нет, вру.
соврала вам, на 156 рублей вышла. На 197, как оказалось, посмотрела в чеке. Вот такая докторская, думаю, будет вкусная. Здесь 560 грамм. Ну, тоже, в принципе, недорого. И взяла фермерские кабачки. Взяла достаточно много. Здесь у меня получается вот столько много. 2 килограмма на 70 рублей. По 34 рубля фермерские кабачки. Прям тоже один к одному. Все отборные, все красивые. Ну и вот такие у меня покупки были, ну просто огромные для меня. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Не пропускайте новые видео, покупки. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!